Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая процедура проходит в этом году? Добрый день. Это горный воздух. Норма барическая гипоксотерапия, правильно? Да, да. Скажите, пожалуйста, сколько длится сама процедура? 20 минут. А можете рассказать вкратце о методике? То есть я вижу, кто-то дышит горным воздухом, кто-то отдыхает. Здесь как бы да. Здесь 5 минут дышит одни, одни отдыхают 5 минут, потом наоборот. Угу. То есть чередуется движение одним воздухом? Горным воздухом и чередование таким воздухом обычно. Я вижу, процедура показана как детям, так и взрослым. Да, детям 12 лет. 12 лет. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам эта процедура? Это та процедура, которую нельзя потрогать руками. И здесь да. Только не приходится верить то, что мы им написали, и что они маски возле лица держат. Потому что это ни на слух, ни на нюх не определяется. А то, что это хорошая процедура в отношении как иммуностимулятор, вот, потому что усиливает выработку эритропоэза, выработку гемоглобина, это здесь воздух с низкой концентрацией кислорода. И в зависимости от уровня кислорода, разный уровень по высоте горы. Как мой знакомый сказал, процедура, которую я буду получать, лазить по горам уже на диване. Ну, получается так. Хорошо. Хорошего вам отдыха, здоровья. Спасибо. Спасибо большое.